Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за Никса с феромонами, зубами вампира и кассетной бомбой. Именно так, да, именно такая сборка мне больше всего нравится, пока что именно так. Но перед этим я хочу вам кое-что показать, ребятки. Я, правда, не очень уверен, но, скорее всего, что-нибудь как раз интересное у нас будет за счет того, что разрабы спойлили новый смайлик, если я не ошибаюсь. Опять же, вот этот смайлик Summer Games, Зуба Summer Games, это вроде подразумевает летние игры. Если я не ошибаюсь, этого смайлика раньше не было. То есть он появился недавно. А это значит, скоро у нас в игре появятся какие-то летние игры, которые можно, наверное, будет получить смайлик, а может и не можно. Ну, это вы знаете, разработчики очень редко дают смайлики, почему-то непонятно. Но как раз, может быть, к этому всему и идет. Потому что вот эти вот горы, так, скорее всего, к сафари, возможно, и шли, а может еще к чему. Хотя и мумию давали раньше. Ну, в общем, не знаю. Но мне так кажется, что что-нибудь да будет. Ну, а мы отправляемся в боец. Делаю прекрасный скин повара Никса. Да. Опять же, мне хочется, конечно, легендарный скин на Никса выбить, но это потом. Это, я думаю, на Хэллоуин снова его завезут, и можно будет достать. Но Хэллоуин еще не скоро, поэтому берем Никса повара и идем разваливать команды мы. Ух, будет весело, я думаю. Никс жесткий. Я вроде как плюс-минус разыгранный, конечно, не так, как хотелось бы, наверное, не на 100% разыгранный, но плюс-минус. Итак, что мы вообще имеем по Никсу? Никс достаточно сильный, феромоны очень жестко бустят. Ну, имба просто становится на самом деле. Поэтому просто сейчас нагибаем. Главное действовать аккуратно, качественно и правильно Никсе. И тогда все будет красиво. Лут мы почти фул собрали. Гранатка немножко промахнулась, но это уже не важно. Моя команда разделилась, это прекрасно. Я скорее всего сейчас слизи смогу продамажить. Или не смогу. А чё слизи не так? Кто-то понимает? Я не очень понимаю. Мне как-то не очень понятно. Да как ты убегаешь вообще? Офигеть, просто Лизи на халяву какую-то убегает. Жесть. Да, делаем такие смайлики Никса, хотя вот такой вот прекрасный смайлик. Я еще люблю троллить таким смайликом, когда убиваю сразу целую пачку. Или когда, знаете, прыгаю на всех противников, которые стоят рядом. Они там все стоят в феромонах, а я такой, опа! И кидай мне гранатку. Очень весело на самом деле выглядит для меня. Для них, наверное, не очень. Но опять же, феромончики имба, поэтому такие дела делаем. Так, давай, бери хамелеш. Я пока посмотрю, может тут что-то еще есть. Сбегаю, глянем сюда. Тут ничего нету, понятненько. Так, бахаем. Пока что делаем так, ничего особенного. Блин, а у меня тут гений в команде, смотрите. А у меня гений, блин, луком впритык промахнуться, то надо уметь. Да, я сейчас, короче, не вывезу этих гений. Скорее всего. Я не смогу их вытащить. Ну, гений в своей команде, я имею в виду. А может и смогу. Может и смогу. Опять же, я могу отталкивать. Никсе это достаточно неплохо дает буст. Ну, дает. Не, сейчас все. Я ошибся, потому что надо было чуть-чуть подержать дистанцию. Я бы вытащил. Ну, блин. Вот скажите мне, как эти гении могли просто сдохнуть? У них было по две аптечки у каждого. Как? Почему именно у меня больные неадекваты попались, а? Которые умирают с полтычка. Они просто стояли и взяли узовки. Ай, у меня нет слов. Просто нет слов. Да, бывает и такое. К сожалению. Ну что поделать? Это зуба. Терпим и тащим. Ну блин, почти вытащил. Это моя ошибка была в конце, что вот просто надо было пару секунд поддержать дистанцию. Откатились бы феромоны, я бы прыгнул и добил бы. Но вот я этого не сделал. Вот по этой паре секунд мне не хватило, и я, короче, косяк. Такие дела. Ну и там один момент был, когда я впритык луком не попал в павлиноса. Очень интересный момент. Впритык не попасть луком, это надо уметь. Вот так примерно это надо уметь, если что. Обучайтесь, ребятки, как говорится. Моя команда бросила Дону. Ну а чё? А чё б не бросить, да? А чё б не бросить? Так, лутаем прекрасную аптечку, да? Прекрасную. Ах, как же феромончики помогают все-таки жестко. Как же они бустят. Если бы не они, я не знаю, как бы я тут вытащил все это сейчас. Но с феромонами все изи тащит. Вот видите, просто залетаешь в толпу, да? Жесть, там два сквада, просто два сквада унижаю сейчас соло. Просто два сквада соло унижаю. Автоатака чисто, ребятки, чтобы вы понимали. Просто автоатака. Я даже не напрягаюсь. А где здесь еще один был? Я не понял. Странно очень.
Да как они успевают отрезать-то, а? Да, блин, я... Да, первый... А, нет, 11 все-таки. Да помогите вы, ну подойдите, ну что вы бесполезные такие, что ли? Капец, они просто стоят... Они на игноре, смотрите, ни кнопки не жмут. Фу, же ж больные, а я их спасал. Короче, все понятно. Опять чисто соло тащим 3 сквада. А чё? А чё, да? Фу, ну конечно, да. Кола для них не хватает. Ну надо чисто соло брать по-любому. По-любому надо брать, не вывожу. Я 3 сквада соло. Хотя мог бы. Опять же, надо было просто держать дистанцию. Не залетать, не быковать. Я что-то залетел, быканул, и вот чё, к чему это привело. В очередной раз. Ну опять же, видели, какая команда. Просто челики зашли в домик, да, за мной. И ни одну кнопку не нажали. Слов нету, ребят. Вот просто нету никаких слов по поводу этой игры. И по поводу моей команды. Ну, это нечто. Я не знаю, как такими можно быть. Это просто 10 из 10 однокнопочных. Ну как можно одну кнопку не нажать? Ну, хотя бы, ну, блин, ладно, 3 кнопки. Вот они стояли возле Брюса. И видел, как их Брюс бьет, а они такие стоят. А у Брюса ХП даже не двигает, понимаете? Брюс стоит просто. Ой, в общем, я сгорел. Да. Ну, бывает, бывает. Ну, красиво я там тогда за счет феромонов 2 сквада разрулил. Третий, конечно, меня задушил из-за моей ошибки. Что поделать, что поделать? Вот, видите? Ради этого. Кстати, у Никса был этот... У Никса был, как его, прекрасный... Как и называется? Прекрасная штучка, которая называется первобытный инстинкт. И вот, в общем, он этим первобытным инстинктом только что пытался стащить, но не получилось. Так, ну чё? Опа, феромончики. О, да, детка. Вот ради этого. Только ради этого я это и делал. А представьте, было бы 2 Никса. После бы меня еще кто-то бы залетел. Представьте себе эту красоту. Представили, да? Вот ради этого, ребят. Все ради этого моментика. Одного, буквально. Ах, это прекрасно. Это просто прекрасно. Вот, когда ты так залетаешь, пусть все стоят. И тебе просто твоей команде нужно взять и нажать одну кнопку, чтобы всех убить. Но не все это могут. Баг, как вы видели, не смог. Ну, там многие кто не смогли. Я, по сути, один там тоже дамажил. Но кто-то с моей команды точно мне помогал, потому что я бы там столько не вкинул урона. Хотя очень бы хотелось столько урона вкинуть. Возможно, когда-нибудь в будущем я сделаю Никсу что-нибудь. В плане 4 слотов, в плане бицухи. Ну, не знаю, бицуху, наверное, будет очень сложно достать. Ну, посмотрим, мало ли. Вдруг повезет. И получится это сделать. Ну что ж, ребятки, как вам Никс, а? Красиво? Красиво. Первый адекватный бой. Где команда смогла нажать парочку кнопок. Да, много от них отребую, да. Как всегда, впрочем, как всегда. Ладно, двигаемся дальше. Надо бустить рейтинг на начальной неделе, чтобы потом было проще на второй, на третьей неделе. Когда вот эти вот все гении попадаться перестанут. Так. Пока что не обращаю на них внимания. Мне нужен лут, мне нужны аптечки. Хотя я могу уже сейчас пойти, развалить их там всех, но я не очень этого хочу. Моя команда решила все равно пяти разваливать, да? Нет? У нас один кенгру гений, да? Ну, тогда бросаем гения. Идем вместе нагибать. Можно, в принципе, в музей пойти. Там я видел противников. А вот они, противнички в музее. Кстати, тут, походу, опять абузер очередной попался. Моя команда, как всегда. Блин, ну что за гений? Ну что за гений? Ну почему они мне... Почему они играют именно со мной? Почему? Почему нельзя нормальных игроков в игру мне закинуть? Почему у меня три союзника в команде осталось? Ты больной, смотри, видишь значок? Видишь? Видишь? Не? Надеюсь, он видит значок. Как вы думаете, он видит его или нет? Ага, я разобрал аптечку. Понимаю. Ладно, что поделать. Придется играть так. Ну я, в принципе, могу вытащить. Я, в принципе, могу вытащить. Наверное. То есть мне нужно сейчас очень играть аккуратно. Очень аккуратно, очень дистанция и не спасать своих союзников. То есть если они умрут, значит они умрут. Если они не умрут, значит они не умрут. Моя задача дамажить, прыгать, уворачиваться от всего, что есть. И таким образом затащить. Нормально, погнали. В принципе, мне сейчас надо найти просто чуть получше дробовик. И будет все окей. Так, погнали, погнали. Я вижу, вижу. Иду, иду. Так, лутаем, отлично.
Где-то должны здесь быть противники. Я, правда, боюсь немножко заходить. Немножко будем через Верочку играть. Так, нет этого тупика. Страшновато. Генри, скорее всего, в кустах. А у меня дробовика нету хорошего на дистанцию, которая будет. Опа! А вот это хорошо. Вот это хорошо. Аптечка, дробовик, это приятно. Теперь у нас есть шанс на победу. В принципе, я смогу вытащить. В принципе. Правда, непонятно, где они все. Карта очень большая сейчас. Двигаемся пока вместе. Если что, я развалю, наверное. Они, наверное, быканут, потому что не видят, что нас трое. Они не знают, что у меня феромоны, а я могу сейчас залететь, по идее. И просто их всех развалить красиво. Опять же, скорее всего, они где-то справа в кустах. Если Генри с ботинком, это будет для него преимущество, поэтому пока что стоим здесь. А вот и противнички. Меня, конечно, боятся. Капканчик поставил, отличный. Отличный капканчик должен затащить мне бой. Так, ловим этих прекрасных гениев. Хилимся немного. Закинем гранатку. И живем. Пока что живем на зубах вампира. Сейчас бака будем шотать. Пока он тут спит, надо его шотнуть. Остальные гении там сейчас будут спасать своих союзников. Но я их все равно подобиваю, у них уже нету вариантов вообще никаких. Домой, ну бас. Ну и фламинго без аптечек остался. Тут уже габела. Вот и все, ребятки, в принципе. Красиво действовал. Вначале минуснули в аптечке фламинго. Словили его на непонятной фигне, которую он страдал. И красиво затащили. Опять же, феромоны. Имбовый самый... имбовый артефакт, который позволяет делать то, что я сейчас делаю. Конечно, тяжело приходится, да, но они реально позволяют на них все показывать максимальный уровень игры. Добавить сюда четвертый слот. Добавить четвертый слот что-нибудь... не знаю, ну, для личной, наверное, все-таки игры, потому что когда ты 15 уровень, тебе нужно тащить команду на себе, тогда да. Когда ты с 15 уровнями вместе, да, команда у тебя тоже такая жесткая, тогда уже все-таки все стоит взять, ну, вместо, наверное, зубов вампира, дефибриллятор и укол адреналина, плюс феромоны, кассетка, это прям будет имбовейший предмет. Хотя можно заменить на сандалии святого условную кассетку и тогда играть более динамично, и, возможно, даже лучше. Но, опять же, это все зависит от вашей команды, команды противника и вашей личной игры, как вам хочется. Ну, а мы отправимся дальше. Надо еще один боец взять, топ-1. Постараться. Фух, я готов. Я готов. Если мы сейчас залутаем предметы быстро, я смогу закинуть феромоны в противника. И мы красиво затащим. Вот как это будет примерно смотреться. Так, закидываем феромоны противника. У нас все хорошо по луту. Так, убиваем одного. Так, тут еще один убежал. Надо сейчас возвращаться. Погнали, погнали. Надо не дать резнуть этого друга. Друга друзей, да? Я раскофим. Это, конечно, жестко. Я с феромонами, поэтому мне без разницы. Итак, я успеваю взять аптечку, у нас все хорошо. Так, играем просто вместе и погнали. Фух. Ну, вроде как это же должна быть победа. По идее, они вот там двигаются, кнопочки нажимают. Правда, им нужно намекать, чтобы играли командно. Надеюсь, это получится сделать. Акул, акул, давай играй командно. Командно. Ой, да, почти. Сложно, сложно с этими гениями. Ну, что поделать. Ладно, давайте играем тогда на Верочку. Забиваем немножко на командность. Так, давай, феромончики, все дела. Так, лутаем дробовичок. Все дела, да. И сейчас мне нужно запрыгивать с феромонами в этих прекрасных ребят и шотать их. Что я, в принципе, и сделал красиво. Обойдетесь. Там они видали, там порезались такие жесткие, типа. Проблема в том, что сейчас очень много противников у меня, да. То есть не один сквад, а несколько прям. Домой, ребятки. Блин, я кнопки, короче, не успеваю нажимать, чтобы вы понимали. По поводу моего уровня игры сейчас. Никс, уйди, а, слышь. Ты меня бесишь. Понимаешь, что ты меня бесишь. Ладно, все. Мы всех убили вроде как. Все выжили. Поэтому я доволен. Ага, сейчас. Так и я тебе и отдал, Яра. Конечно, для Яры неплохой предмет. Но я же Никс. Как же я могу взять и отдать феромоны? Ой, точнее, взять и отдать легендарный дробовик. Какому, какой-то Яре. Тем более 12 уровня, когда у меня 15. Ну, что, ребятки. Вот такие вот дела. Феромоны на Никсе — это прям лютая имба, которая позволяет тащить. 100 раз говорю одно и то же. Тащить невытащимое. Главное вам не умирать, а феромоны сделают все, что нужно. Конечно, я взял на феромоны Никса не самого высокого уровня. У меня была возможность взять повыше уровня, я просто не знал об этом, если честно. Поэтому, ага. То есть против 6-го кенгуру ты проиграла. Понимаю. Хорошая Яра.
Вот, а ей бы я еще хотел отдать легендарный дробовик. Вот понимаете, да? Вот такому уровню игры. Сами, как бы. Хотя на самом деле там надо Джейту было. Но уже не важно. Как бы. Опа, феромончики. Залетаем. Домой, Джейд. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, там у них жесткие друзья на кенгуру. Медали с дефибриллятором играл. Помогал. Фух. Ну что ж, ребят. Сегодня поварник стащит. Даже неадекватные команды не смогли мне помешать залутать кучу топ-1. Почему? Потому что феромоны. Немножко привыкнул к персонажу, немножко привыкнул к рандому. Понял, что не нужно мне так врываться. Опять же, говорю. Там можно было два боя вытащить. Вот первый там, ладно, второй, третий бой можно было вытащить. Сто пудов, почему? Потому что там были две мои ошибки. А первый раз я сам затупил то, что не ворвался, куда не надо было врываться. А второй раз я затупил, потому что немножко ворвался тоже опять, куда не надо было врываться. Но можно было потянуть время, чуть-чуть поиграть в стали и затащить красиво. Такие вот дела, такой вот никс, такие вот феромоны, как говорится, нагибает, разваливает. Имба, на которой мне не выпадают жетоны, к сожалению. Ну что поделать. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.